Полицейский патрулирует территорию на коне, видит девочку маленькую на велосипеде, останавливает и говорит: «Какой красивый у вас велосипед!» Девочка: «Да, мне Дед Мороз его подарил!» Полицейский: «Ну ты в следующий раз скажи Дед Морозу, чтобы он тебе на велосипед фары подарил!» Девочка: «Ладно, хорошо!» Стоит и рассматривает коня полицейского и говорит: «Какой красивый у вас конь!» Полицейский: «Да, мне тоже вот его Дед Мороз подарил!» Девочка: «Вы в следующий раз скажите, что хрен у коня находится снизу, а не сверху!» Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!